И снова здравствуйте, друзья. Рад вас приветствовать в это воскресное солнечное утро. Вон там, вон видно, что уже всходит солнце. Значит, сегодня будет ясная погода, сегодня будет светло, солнечно, красиво. Единственное, что сегодня мороз, сейчас порядка 25 градусов или около того. Ну, в принципе, поднимется солнце, будет потеплей. И вот мы вновь на точке сбора. Нас пока трое. Если быть точным, четверо. Ну, одна багги и два квадроцикла. То есть ждем еще ребят. Сейчас подъезжают и двигаем на следующую точку сбора. Ну, а дальше по какому-то, скорее всего, новому маршруту. Будем смотреть, как возможно передвигаться, потому что вчера выезжал на разведку, снег местами еще остался очень глубокий, несмотря на то, что были оттепели, снег сел. И появился жесткий твердый наст, который очень сильно мешает ездить. Ну, когда нас это останавливало, когда нам это мешало. Так что мы готовы. Катя, расскажи, как вам погодка такая морозная? Глаза мерзнут. Глаза мерзнут. Придется зажмурившись ехать. Хорошо, что я не за рулем. Ребятки подтягиваются. Санек, даже чистый так не бывает. Ну, да их много. Все, у нас есть. У нас есть, кто будет прокладывать маршрут. Александр, это точно ты? Да. Я наконец-то собрался. Ты просто ты слишком чистый для Александра. Помытый. Ну вот, у нас теперь есть те, кто будут бить нам дорогу. Вот, 30-е колеса вперед. Ну вот и прям на съезде с асфальта мы попали. Передние BRP-шки на больших колесах прошли. Я прошел, ну, метров, наверное, 100 и сел. Там вон Марат пытается. Тем более ему бить другую колею. Здесь центрами очень жестко и набито. Но здесь, наверное, нереально. С учетом того, что от первых квадроциклов в самой колее жидкая, не жидкая, а пухлая чаща. Марат идет красиво, но недалеко. Сейчас дойдет до меня, а я уперся уже вообще намертво. Вон там видно. Как, Кать, тебе начало покатушки? Отлично. Даже 5 метров не проехали. Так, преднатяг получен. Уважаемые телезрители, мы начинаем наш репортаж из сугроба. Великое изобретение человечества для внедорожной техники – это лебедка. Когда есть лебедка, тебе не нужны лопаты, автомобили, которые тебя дернут. И даже не обязательно 25 человек-помогаторов. Можно просто тянуть и ехать, ехать и тянуть. Это, конечно, тяжело. Но гораздо проще, чем тащить. Вот такие ямы, в которых у нас торчала багги. И как отсюда можно вытащить? Это, смотрите, это примерно метр. Метр от уровня дороги. Это очень глубоко. Это очень тяжело. Вот, это с учетом того, что колесами уже закопало. Закопало, да. Траншейка по пояс, и вот в ней сидела наша багги. Ну и как здесь можно ездить? Какого клиренса здесь хватит? Утро перестало быть томным. Ага. Мой трот все-таки нашел своего хозяина.
Ну вот, здесь начинается жопонька. Там вон даже Реник сидит. Но Реник маленький и ловкий, он сейчас поедет. А как вот мы с Маратом здесь проедем. Марат ползет. Дорожка сегодня интересная. Там еще лучше. Это ренегат. Как мы поползем? Ну давай, Олег. Ну что, погнали. Хрен. Как дал? Сил нет вообще. Я бы сходил Марат поснимать. Но что-то я вообще обессилел. Это не бензопила, это мчит Марат. Он пытается мчать. Фу, здесь середину я уже разворошил. Но ему приходится рубить свою колею, а это очень тяжело. Далеко ушел. Ух, брызги воды. Мороз за 20, а там вода в низине. Хорошо идет. Давай, давай, не отставай. Вот все время их ждать приходится. Едем дорогу, пробиваем, а если что-то бродит там. Натуралисты юные. Поехали. Марат прилип. Сейчас за меня зацепились. Попробуем залебедиться. Меня, конечно, тащит. Но нет, бесполезно. Ой, как-то хрустит так подозрительно. Нормально, пошла жара. Ну это же чисто помощь лебедкой. Самое главное, с прилившего места его сдернули. Вот Санек какой сильный. Ренегат тренирует мощные физические возможности.
едем дальше. Нормально, здесь не глубоко. На повороте он сейчас въебет. И это мощи хватает. А сейчас ему не надо. Ага. Газишь. Техник превосходный. Вот, ты прав, ты прав. Самолет заходит на посадку. И в иллюминаторе земля нас встречают ароматом сладким русские коренные тополя. Хорошо пошел. Вообще, брат. Вообще пошел. Давай, Паш. Погнали. Хорошие колеи, вода, снег, все как положено. Мороз и солнце. День давно уже перестал быть томным. Дыхалки нет ни у кого. Все насквозь. Нам бани не надо, финтрейли как в бане. Серега, Серега. Вот. Почему нельзя буксовать? Вроде не буксовал. Кто не буксовал? Я не буксовал. Ага. Кто не буксовал? А это что такое? А это что такое? А это что такое? Громче скажи. Я не буксовал. Да. Ну а теперь моя очередь ездить на лебеде. Посадил на самой подножке, на, казалось бы, ровном месте. Поэтому лебедимся. Лебедимся, лебедимся. Итак, уважаемые подписчики, веду свой репортаж лежа на сугробе. Сил уже нет. Наша покатушка длится, наверное, часа полтора. Грубо говоря, из часа 30, что мы едем, час 25, это как мы съехали с асфальта. Ну и примерно все это время мы копошимся, проехали, наверное, ну хорошо, если около километра. И то, наверное, вряд ли. По этому маршруту нам, ну, километр 3-4 нужно преодолеть. Как это будет? Да никто не может сказать, потому что тяжело едется, очень тяжело. Вот сейчас вот я по ровному месту практически трогался и чуть шевельнул колесами, сел на подножки. Пришлось лебедиться, разматывать лебедку, цепляться за дерево и потихоньку и как вылез. А там он Марат пробивается. Ой, давайте посмотрим, как это выглядит. Вот он там, там пытается пробиться. И... прилипает. Вроде, казалось бы, никакой колеи нету, но чуть прям мотнешь колесами и все, и просто-напросто набивает глубокую траншею и в ней виснет. Снег сегодня еще очень интересный. После последних трех дней оттепели, сегодня второй день мороз, причем довольно-таки сильный. Сверху образовался наст довольно-таки твердый, под настом снег просох, стал хрупкий-хрупкий, то есть он не держит и не дает зацепляться протектору. А глубоко внизу мокрый снег, даже местами прям просто вода. Вот, прет он. Если не встанет, будет переть.
вот такую колею долбит. Разбивает колею. Как, Олег, ощущения? Ну, по-моему, хорошо. Даже отлично, я бы сказал. Водителю БРП? БРП очень хорошо. Тому водителю БРП тоже неплохо. И даже вон тем двум дальним водителям БРП тоже, в принципе, все нравится. Но покупают всякой ерунды, никакого драйва от покатушки. Ни покопать, ни потолкать, ни побуксовать. Да, шарахается туда-сюда. Чего ходит? Это вот мы, водители ЦФ, да. И побуксуем, и потолкаем, и полебедим. Все удовольствия. Сил, правда, нету. И здоровье так же кончится. Катя сменила багги на квадроцикл. И вполне довольна. Говорит, ездит, толкать не надо. Качать не нужно. Да? То есть сегодня ты не толкаешь, не качаешь? Не качаю. Понятно все. О, класс! Техника превосходства. БРП, хмырь, 650-й. Круче, чем он, никто так не выкопает. Глубже его никто не может. Только он может так глубоко зарыться. Только он умеет так. О, добыл воду. Объявление скважины на воду. Это дает Олег на своем хмыре. Едит твою. Техническая вода или питьевая? Попытка была хорошая. Дорога. Дорога есть по этой дороге. Накат из глубокого слежавшего снега. И вот багги у нас чуть протаптывает, упирается. Тут надо идти только ходом. Для того, чтобы идти ходом, надо иметь разгон. Маленько. Вот смотри, вот чуть продавил, и начинает шевелиться. А вот ЦФ так не умеет нихуя. Ну еще коротыш, блин. Коротыш на таких колесах. Он еще сам здоровый, дергает. Теперь тут ломай. Бля, как больно по глазам, хуяч. Смотри, что, ползет? Шайтан машина. Красавец!
Но вот если он вот так пойдет, то заебись. Это надо отметить. Шо? Опять? Чё, ЦФ не едет? ЦФ не едет. А. Надо переходить в категорию Берги. Надо, надо. Давно пора. Самолет заходит на посадку. Третий раз уже пою так. Ну вот, попили чай и думали, что поедем. Но мы хотим, а техника не едет. Ехать этот автомобиль. Столбушок кряхтит, багги потихоньку ползет, процесс идет. Давай, столбушок, потерпи еще маленько. Давай, 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 давай. Ну, чуть-чуть остается, столбушок, потерпи еще маленько. Вот он, вот он. Болельщики. Очень глубоко. Да, сегодня покатушка с очень маленькими расстояниями, с очень большими напрягами. Бесстыдник изломал всю дорогу. Мы вышли на более-менее твердую дорогу, и наконец-то колонна пошла. Правда, мы, оказывается, съезжаем с твердой дороги, и, наверное, наше движение опять заканчивается. Итого 15 километров, как я выехал с гаража, ну сейчас, наверное, уже где-то порядка 17. Сейчас время доходит 3 часа дня. Место встречи у нас было назначено на 9:30, встречались. И вот, ну, в 10 мы выехали, пускай, с точки встречи, с точки сбора. И вот до 3 едем. Проехали порядка 17 километров по бездорожью, но километров, наверное, ну, 8. Вряд ли больше. Сегодня жесть жесткая. До того места, куда планировали, однозначно не доедем никак. Сейчас бы нам хоть куда доехать, пообедать, потихоньку развернуться своими страшными следами обратно, если получится. Но по напрягу, по всему, конечно, огонь. Давно у нас не было такой напряжной покатушки. Давно мы так не уставали, так не месили. Все как положено. Классно сегодня. Тяжело, но классно. Ладно, пойдем толкать. Марат, стесняюсь задать вопрос, во сколько будем мы там? В Каменке. Где там? В Каменке. Мы туда не поедем. В апреле? Мы туда по-любому не поедем. Парни, те, кто нас ждали в Каменке, простите нас. Мы примерно 150 от вас. Чудная сегодня покатуля. Очень, правда, устали. Я бы даже сказал, задолбались. Но сегодня такой фан, такое, блин, сегодня физические упражнения, физическая нагрузка, дичайшая. Толкаем, копаем, падаем от бессилия, пытаемся хватать, блин, я не знаю, блин, распирающими легкими пытаемся хватать ледяной воздух. И едем дальше.
У нас, конечно, напрягов нету, тяжелее всего приходится Саньку. О, у него реник вообще не едет. Устал. Он замучился. Ну, смотрите, ну куда он такой поедет? Ну куда? Он даже не приминает снег. Да, здесь дорога не будет легкой. Че, Миш, как ощущения от сегодняшней покатушки? Это не покатушка, это потолкушки. Хорошие потолкушки. Я понимаю, человек устал, страдает на 30-х колесах, никуда не едет. А не едет не потому, что ехать не может, потому что все время упирается в застрявших нас. Ну ничего, бывает. Ну и сегодня действительно воочию убедились, что BRP, в отличие от CF-ок, по снегу по-глубокому едут. Понятно, что где-то застревают, где-то впираются, но въедут. А вот на CF-ках, правда, у Марата баги, она, конечно, очень тяжелая. И колесики 28-30 нужны. Ну и у меня X10 тоже, конечно, по сравнению с BRP, едет довольно-таки печально. Судьба у нас такая. Вот, с брызгами грязи. Тяжело, но поднимается. Ты смотри, что, пошел. Пошел, пошел, родной. Он сказал, не знает, что с ним. Санек не заводится. Вот это нам для полного счастья не хватало. Вот все было. Все было, а то, что не заводится, такого не было. Как говорится, никогда не было, и вот опять. Ух, 30-й зилоч отворит. Угроет. Бензопилы. Ну и вот посреди морозного леса, посреди сугробов, мы опять нашли воду. Опять здесь водичка глубоко. Потопили баги, парни вон там верхотуры объехали. Санек опять страдает, ничего не ездит, не дает ему кататься. Там он проваливается, ребята. Ну где мы еще побрызгаемся, как не в начале февраля уже? При морозе в минус 20. Ну сейчас, наверное, не 20, конечно, градусов 15. Хотя перчатки чуть положишь, замерзает моментально. Как каменные. Как обычно, тянемся лебедочкой. А какие варианты? С той стороны вообще вода. Парни, расскажите, там есть дорога, там есть цивилизация? Нет. Там только лужи. Цивилизация кончилась там. Саня, хоть ты скажи, там есть надежда? Да, говорит, там вас надежда ждет, там. Катя, надеюсь, что они нам врут. Они говорят, там хрен проедешь. Назад все равно пути нет, мы в горку не заедем. При всем желании. Красивые диски, между прочим. Это наш ужин вместо обеда. Должны были пообедать часа 4-5 назад. Не получилось. Наверстываем. Поздний обед. Там, я не знаю, ранний ужин. Аппетита нагуляли. Правда, уже, похоже, кусок не лезет у большинства. Но это ничего. Итак, наша отмороженная бешеная квадрогруппа
преодолевающие сегодня огромные непонятные сугробы, которые по факту, наверное, не преодолеваются квадриками, но мы их тащим на себе. Наконец-то мы пообедали, и мы сейчас двигаем в сторону дома. Поедем по ЛЭП, хочется верить, что там дорога накатанная, ну, потому что у нас особо других вариантов нет. Возвращаться той дорогой, которой мы ехали, наверное, будет глупо. Тут пару-тройку таких подъемов серьезных, которые, наверное, мы вряд ли преодолеем. Поэтому будем пробовать пробиваться вот этой вот дорогой под ЛЭП. Вот пошло. Пошли столбы, опоры, провода. Но какой-то след накатанный. Будем надеяться, что дальше там тоже есть следы. Есть дорога, и мы сможем пробить. Ну, иначе просто-напросто мы зависим до поздней ночи. Уже начинает смеркаться довольно-таки поздно. Ну, сегодня накатались, натолкались. Класс. Все, ренегат не едет. Слабак. Ну, у нас опять проблемка. Марат на подъеме не смог удержать траекторию, стащил его и поволокло. Ну не, выправился, пошел. Ну, все нормально. Что-то мне это уже напоминает. Вот это все раскопано нами. Ну вот, вышли мы на дорогу любви. В сторону дома движемся. Я не помню, наверное, впервые за все наши покатушки так рано в сторону дома. Причем уже на дороге, которая ведет к цивилизации. Ты что, Клада, сейчас стоишь? А я на прицепе притарапанул. Приезжайте еще, мы где-то рядом. Далеко не ездим. Давайте, парни, счастливо. Санек, непривычно видеть чистым на рейдике. Снег, видишь, белый все. Подождите, подождите. Все равно непривычно. Месяцок, подождите, все будет. Я покажу, как надо. Ну давайте, счастливо. Ну что, дорогие подписчики, вот и заканчивается наша покатушка. Ребята уезжают в ту сторону. Их маршрут до дома в противоположном направлении от нашего. А мы сейчас едем сюда. Счастливо, парни, удачи. Что вы можете сказать о длительности нашего маршрута? Отлично. Такого 17 коротко, километров, это коротко. Нормально? 17. Серьезно? Да, смотри. Если учесть, что я примерно включил не возле гаража, а примерно километров 5 от дома, сейчас 24, то есть 29 километров. И мы уже обратно приехали. Это от дома. Ну да. А сама покатушка 20. Ну я говорю, мы сегодня, когда уже выбились из сил, это мы, наверное, примерно в 2 километрах от асфальта были. Ну, когда мы первый раз выбились из сил. Потом пришло второе дыхание, третье. Сколько мы уже рекордов за год поставили? Всяких. Самый длинный, самый короткий маршрут. Самый долгий. Давайте что? Давай, Майк. Все, хочу, давай, пока. Счастливо. До встречи, до следующей субботы. Спасибо. Ну что, Серег, давай, спасибо за покатушку, давай. Увидимся еще. Можешь на следующий выходить?